many keynote speakers. So now let's pay attention to a short video of our first keynote speaker. Итак, основатели и совладелец Choco Family Holding, куда входят ChocoLife.me, объединенная travel-компания Choco Travel, интернет-магазины Choco Mart, сервис по заказу доставки еды Choco Food, сервис по поиску врачей iDoctor.kz и мобильное приложение Rahmed. И так можно продолжать бесконечно долго. Итак, давайте же встретим нашего гостя громкими аплодисментами. Рамиль Мухаряпов сегодня с нами, он расскажет о глобальной конкуренции в электронной торговле. Всем привет, ребята. Очень приятно. Такая отборная аудитория супер умных, интеллигентных, заряженных ребят. Вчера было очень приятно познакомиться с частью из вас. Сегодня тоже заходишь и видишь прям такое движение. Если подумать, что сегодня выходной день, рано утром, но вам не лень встретиться здесь, пообщаться друг с другом, познакомиться друг с другом, получить какие-то знания. Это, конечно, очень круто. Кайфую от общения с такими людьми, поэтому с удовольствием сегодня поделюсь с вами нашим опытом. Буду рассказывать о том, как мы соревнуемся с глобальными e-com игроками, какое наше отношение к конкуренции и за счет чего их можно выигрывать. Поделюсь опытом, расскажу пример не только со стороны, собственно, Choco Family, ну, а в целом из своего бизнес-опыта. Давайте начнем. Немножко про нас. Вообще, в целом, у Choco, можно сказать, что большой опыт битвы с международными конкурентами. Начиная с 2011 года, когда мы только создались, только появились, мы были совсем маленькой компанией, у нас были какие-то относительно небольшие инвестиции, где-то около 100 тысяч долларов. И в этот период на нас выходит Biglion, это крупнейший российский игрок в той же области, которую делаем мы. И говорим, они говорят, мы собирались в Казахстан, давайте мы вас купим. Мы стали с ними общаться по цене. И по цене не договорились. Да? Мы хотели 750 тысяч долларов. Мы хотели миллион долларов, они давали 750 тысяч. И мы не договорились, не сказали, мы вас тогда просто порвем. И было страшно, потому что на тот период они были примерно в 120 раз крупнее, чем мы. Что особенно прикольно, что сегодня мы примерно раза в два больше, чем они. Это интересно. Правда, 10 лет прошло с тех пор, но для нас это такая интересная новость. Вот тогда нам было очень страшно. Нам было очень страшно, это был первый опыт, когда большой игрок, мы понимаем разницу в деньгах, разницу в объеме инвестиций, в оборотах, в понимании рынка, потому что мы только начинаем, они уже этим бизнесом на тот период не первый год занимались. И было страшно. И казалось, как устоять против таких больших ребят? У нас это получилось, я потом расскажу, что мы делали, почему это получилось. С тех пор мы поняли одно, что можно выигрывать любого игрока, большого, хоть локального, хоть международного, и здесь очень важно не пасовать. Понятно, что каждый раз, когда кто-то из мировых игроков выходит, на наш взгляд, нужно очень сильно переживать, и на наш взгляд, нужно бояться, потому что если вы не боитесь, у вас не срабатывают такие защитные какие-то алгоритмы, защитные функции не активизируются внутри организма, и команда, она может работать на расслабоне. Вот у нас были те и другие ситуации, и когда мы встречали коллег в формате «Да ладно, мы их там победим», и когда мы переживали. Вот я уверен, что переживать надо, и советую вам всем переживать, когда вы видите, что большой и сильный игрок заходит на ваш рынок. Но, тем не менее, они все побеждаемые. Мы побеждали, вот получается, Foodpanda. Это тоже чуть позже, в 2013 году на наш рынок зашел огромный международный миллиардный игрок, который одновременно с нами
решил запустить food delivery сервис. Это как Namba Food в Кыргызстане. Мы тогда только запустили наш Choco Food, буквально пару месяцев прошло, как мы его запустили. В Казахстан прилетел основатель компании, такой немец Ральф, я помню. Он прилетел и давал интервью. Интервью было в формате: о, оказывается, рынок пустой, то есть он нас даже не замечал на этом рынке, даже не заметил, что мы на нем уже появились как 2 месяца. Это правда, мы тогда были маленькой компанией, может, делали в месяц, не знаю, 100 заказов. Он говорит: рынок пустой, сейчас мы его завоюем, уверен, что там какие-то цифры, там контрольный пакет рынка у нас будет уже через полгода. Мы разозлились, я помню, мы написали ответ на интервью в формате типа «хрен тебе», ну, примерно так, очень такое грубое было, да. Но у нас сейчас работало, вот я не знаю, на каком уровне это работает, на каком-то, видимо, совсем генетическом уровне сработала вот эта штука. Так, подожди, они немцы. Я не знаю, как это работает, но мы действительно такими понятиями оперировали, типа «не дадим немцам ни пяди нашей земли». Да, я не призываю так говорить. Да так было. Да, беда, примерно так и было на Берлин. И вот, но прикольно, что тоже международные игроки, они очень часто, очень по-снопски общаются. То есть изначально, когда они заходят, они видят, что они круче многократно, они уверены, что они умнее. И, кстати, зачастую это так и есть. Зачастую качество их профессиональных скиллов, оно выше, чем те же самые скиллы у части наших ребят. И когда они залетают на рынок, они вначале общаются свысока. Типа, ну, ваш удел максимум нам продаться, примерно так. И вот интересна тоже эволюция этих отношений с Foodpanda, что вначале мы начинали с того, что они готовы нас купить, а потом эта вся штука приросла в «давайте делать партнерство», где-то, знаете, через пару лет, наверное. Закончилось суммарно через 4 года тем, что мы их купили. И купили, когда, знаете, вот интересный очень факт, который нам дал много уверенности в себе. Когда мы купили Foodpanda, мы посмотрели на то, сколько они денег потратили, оказалось, что они потратили в 3 раза больше денег, чем мы. А на выходе, с точки зрения объема продаж, мы были в 3 раза больше, чем они. И таким образом мы понимаем, что разница в эффективности, она 9x с международной компанией. И это, конечно, тоже такой, ну, хороший фактор уверенности в себе, что, оказывается, международные компании не такие уж непобедимые. Экран же появится, да, я так понимаю, просто чуть позже, да? Да. Дальше у нас были битвы с другими игроками в travel-рынке. Тоже travel-рынок, он... чем очень непрост? Тем, что там ты создаешь одну технологию, которая работает глобально. Ну, то есть авиабилеты в целом глобальный рынок. Ты можешь купить билеты, в принципе, на любом сайте мира, по большому счету. Да? Везде это авиакомпании одни и те же, коннекшены одни и те же. И когда заходили международные игроки в области продаж авиабилетов, нам было еще страшнее, потому что в первых 2 случаях, когда заходили игроки купонного рынка или рынка доставки еды, это все-таки операции локальные. То есть битва идет на твоей территории. Ты должен там договариваться с кем-то, с ресторанами еще. А когда это международный игрок, который продает авиабилеты, то это глобальная технология, и мы знали, что продуктово они круче. Мы знали, что они ищут цены лучше, чем ищем мы на тот период. И здесь нам было, не знаю, втройне страшно. Да? Мы знали, что этот игрок, ну, я сейчас говорю про Tickets.ua, это крупнейший игрок украинский по продаже билетов, он до сих пор крупнейший. Они работали в куче стран и вышли в Казахстан. И у нас было тоже ощущение, блин, вот сейчас будет по-настоящему тяжело. Но, опять же, в конечном счете ты вынужден быстрее бежать, чтобы подтянуться, ты вынужден быстрее смотреть так, где именно ты проигрываешь, находишь эти точки, в которых ты проигрываешь, допустим, по ценам, начинаешь разбираться, как они получают такие цены, за счет чего они получают такие цены, настраиваешь соответствующие мониторинги, чтобы понимать, в чем лучше. И первое, что ты должен сделать, это логично подтянуться по слабостям, там, где ты выступаешь, на технологическом уровне. А с другой стороны, тебе нужно бустануть с точки зрения других вещей, где ты круче. Например, у Tickets не было казахской поддержки, у Tickets не было казахского языка. Соответственно, мы посмотрели, что на тот период
наверное, порядка 30-40% людей при обращении в колл-центр просили поддержку на казахском языке. Вот. Это, соответственно, было отличительной чертой нашей. А работа с локальными авиакомпаниями, да, то какие-то специальные акции. Вот, знаете, конечно, большая такая сильная сторона, мне кажется, любого локального игрока, это то, что люди в целом патриотичны. То есть при прочих равных, они в массе своей, есть, конечно, люди, которые там, ой, наши ничего сделать не могут, мы только вот за иностранных игроков. Такие есть, но их очень мало. То есть их может быть 5%. Большая часть людей, она все-таки поддержит локального игрока просто от души. И это вот сильная сторона была, которая нам помогла справиться с этими игроками. Что, опять же, хочу сказать, что каждый раз это битвы Давида с Голиафом, то есть на момент, когда они выходят, ты понимаешь, что они, ну, обычно раз в 100 больше, чем ты, с точки зрения общих размеров. Но важно, что фактически в страну выезжает управлять человек. И если за этим человеком даже стоит огромная мощь в виде ресурсов, в виде продукта или технологии, здесь важно очень понимать, что в конечном счете ты все равно файтишься с конкретным человеком, у которого есть задача лончить страну, лончить Казахстан или там Кыргызстан и так далее. Поэтому в конечном счете битва идет между его скоростью, его желанием победить и что-то сделать, и твоей. Вот это очень важно. Потому что все остальные вещи, они на длинном этапе, они нивелируются. И сейчас мы вот об этом поговорим, да, насколько важен тоже горизонт планирования. Вот, ну, в общем-то, я могу так сказать, я этому очень рад. В целом, наверное, одна из самых любимых фраз относительно конкуренции, которую мы любим в компании произносить, это фраза «победа или поражение, результат не конечный». Про что фраза? Про то, что если ты даже побеждаешь, если у тебя все круто получается, но в этот момент ты расслабляешься, то ну, у тебя начнутся большие проблемы. То есть как только у тебя вот эта корона появилась, и ты думаешь, что ты уже крутой, твои конкуренты могут собраться и начать потихонечку отъедать твою долю. А ты на этом расслабоне будешь думать, что ты еще крутой, у тебя все хорошо, и постепенно ты начнешь сладиться вниз. И наоборот, если даже у тебя все плохо, и ты проигрываешь в той или иной битве, ты можешь сесть, спокойно проанализировать, а в чем ты хуже. Сесть, подумать и начать отыгрывать. У нас в истории были и те, и другие вещи. И когда мы собирались и побеждали, хотя до этого там хлам проигрывали, и наоборот, когда мы, ребята ходили с короной, типа мы крутые, у нас все хорошо, и в этот момент нас начинали бить. Поэтому это очень глубокая фраза, и она отражает примерно следующую суть, что в принципе до тех пор, пока вы живы, даже если вы в 100 раз проигрываете вашему конкуренту в чем-то, вот по большому счету, кого вы считаете самой сильной компанией Кыргызстана, например? Какая компания самая крутая в Кыргызе? Компания хоть чего? Куликовский, например, да, вот классный пример, реально классный бренд, я сам, ну, то есть в Казахстане он тоже очень популярный, они большие молодцы, ну вот к чему мысль? Потому что если кто-то из вас по-настоящему любит десерты и кайфует от них, и готов посвятить этому жизнь, и вы сейчас упретесь, вот сейчас Куликовский победитель. Он сейчас побеждает. Но если вы сейчас упретесь, у вас разница с ним сейчас будет 1000 икс, да, в 1000 раз вы меньше, чем они. Но если вы сейчас упретесь, соберете правильных людей, таких же инициативных, которые бьются, не знаю, за здоровое там, питание, которые бьются за вкус, за качество. И вот эта команда, она будет супер заряжена, и у нее будет готовность работать долгий период времени. Может быть, 10 лет, может быть, 15, 20, 30. То однозначно у вас есть шанс на каком-то горизонте догнать, обогнать Куликовского. Однозначно. Особенно, если они расслабятся. А такое может произойти, потому что для компании в целом это характерно, что на каком-то горизонте кто-то начинает расслабляться. Это важно помнить. В целом, даже если у вас что-то не получается, даже если вас где-то давят, не нужно паниковать, нужно сесть, спокойно подумать и понять, что нужно предпринять для того, чтобы победить. Это возможно. Даже если еще раз вот вас там сильно прижали. У нас сейчас довольно много активных файтов.
Но хочу сказать, что вот у нас выработалась какая-то, видимо, прививка от конкуренции, потому что я смотрю на всю эту динамику, мы сейчас очень спокойно к ней относимся. Раньше мы переживали прям на уровне каких-то физических ощущений. Сейчас такого вообще нет. Да? То есть сейчас конкуренция – это просто некая рабочая штука. Да? Я думаю, у спортсменов, пожалуй, наверное, такое же отношение. Да? То есть когда ты каждый день соревнуешься, и ты понимаешь, что в целом ты можешь где-то проиграть, тебе надо что-то там подтянуть, и тогда ты сможешь победить. Я думаю, это очень-очень похоже. Это скорее вот похоже на соревнование. И нам нравится термин сам по себе соревнование. Что хочу сказать, что когда ты много файтишься, это заставляет тебя чувствовать себя в таком тонусе, и это драйвит твой рост. Потому что если у тебя нет впереди бенчмарка, который показал бы тебе, насколько можно расти, ты идешь медленнее. Я могу конкретный пример привести. Вот в 2017 году мы купили Foodpanda. Мы остались на рынке доставки еды сами по себе. И хочу сказать, что вот рост с 2017 к 2018 году он был совсем небольшой, 60%. И это, а потом, когда пришли конкуренты, мы показали в первый год конкуренции, когда мы были немножко на расслабоне, плюс 77%, то есть быстрее, чем когда конкуренции не было. А когда мы по-настоящему, а когда мы стали конкуренцию на рынке доставки еды проигрывать, там парочки международных конкурентов, там 4 одновременно в Казахстан пришло, Glovo, Volt, Яндекс, Еда и так далее. Вот когда мы двум из трех стали проигрывать конкуренцию, мы стали еще быстрее двигаться, и в этом году мы только за 8 месяцев сделали рост 80%. То есть вроде как у тебя есть международные конкуренты, с одной стороны, да? Вот здесь есть вот этот парадокс, да, что с конкуренцией ты сам можешь двигаться быстрее. Она заставит тебя делать вещи более, ну, быстрее. А какие вещи? Качественные для клиента. Улучшать скорость доставки, улучшать количество ресторанов, улучшать сервис. Ты станешь качественнее, поэтому и клиенты будут выбирать тебя чаще. Это очень интересный парадокс. Конечно, речь про то, если рынок растет, и у него есть большой потенциал роста, тогда возможен такой кейс, что без конкуренции ты растешь медленнее, чем с конкуренцией. Если бы, конечно, если бы рынок не рос, если бы он был ограничен, то вы бы просто передали друг у друга долю рынка. Это чуть другая история, мы о ней тоже можем поговорить. А если в целом говорить про Чока, то в этом году наш оборот будет порядка 320 миллионов долларов, это примерно 145 миллиардов тенге. У нас будет вот красивый такой график роста за 10 лет 950x. То есть почти каждый год мы там удваивались, где-то быстрее. В прошлом году у нас с точки зрения оборотов была просадка, но с точки зрения транзакций мы никогда не падали. Да? Даже в прошлом году транзакционно у нас было больше транзакций, в ковидный год, да, имеется в виду. Но там был маленький средний чек, поэтому там международные направления по продаже авиа были закрыты, и мы вот в обороте дропнулись. А в этом году у нас типа 2 плюс X рост. И что хочу еще про Чока сказать, так, ну, чтобы было общее понимание, потому что, думаю, не все на самом деле знают, что такое Чока Family. Мы занимаем примерно 12% рынка e-commerce Казахстана. Это означает, что примерно 12 тенге из 100, что люди тратят на Казнете, они тратят на одном из наших ресурсов. Мы этим тоже гордимся, это хорошая концентрация. И у нас сейчас тоже, ну, вот из активных, если говорить, файтов, у нас есть целый ряд, вот получается, три битвы с международными игроками. Это Яндекс, это Glovo, это Volt. Они все миллиардные компании. Есть битвы в доставке еды, Grocery, да, тоже большие есть игроки. Сейчас вот выходит Яндекс.Лавка совместно с крупным казахстанским ритейлером Small. Буквально в ближайшие, наверное, месяцы не запустится. Magnum, Каспи. Это игроки, которые тоже идут в доставку еды. Тоже большие Еврофарма туда, там запускается. Онлайн игроки там есть, локальные и международные. Да? В Тревеле, да, вот Каспи получил. Ну, вообще в Тревеле у нас очень высокая доля. Мы где-то 30% авиа и ЖД билетов страны продаем. Но сейчас вышел игрок, получается, Каспи. Они запустили свой Тревел. Очень здорово они растут, очень круто растут. Опять же, какую-то долю у нас тоже съели. Нас это напрягает, но, с другой стороны, очень интересно, потому что, знаете, вот я думаю, что Каспи – это очень интересная тоже конкуренция. Возможно, это самые сильные конкуренты, которые у нас были.
А я не хочу каким-то образом задеть международных игроков, они сильные, но когда ты борешься с локальным игроком международного класса, оказывается, именно такие, там все выпускники, все правление, это гаражские выпускники, там топовые фонды в них инвестируют. Ну, сама компания, вот просто представьте, она с точки зрения капитализации, как Яндекс, она почти как Яндекс стоит, 20 с лишним миллиардов, Яндекс стоит 25, там, по-моему, то есть они больше, чем Тинькофф стоят. Ну, то есть реально здоровая компания, да. И с ними по-настоящему интересно конкурировать, потому что они очень умные, ну, в общем, и так далее, да, в разных стримах конкурируем. О чем поговорим сегодня, да? Во-первых, о нашем отношении к конкуренции, а во-вторых, мне кажется, вот вторая часть будет самая главная, это фундамент успешной битвы, вообще самые такие фундаментальные важные вещи, которые нужны вам для того, чтобы всех побеждать. Вот самые главные вещи, да. И третье, это, собственно, выводы, которые мы сделали из конкурентных битв. Ну, давайте начнем. Так, вы, видимо, скачивали презентацию, да, без этого, не с Google Slides показывать. Ну, окей, поехали, не важно, что что-то не видно. Как мы относимся к конкуренции? Ну, во-первых, я хотел бы обратить внимание, что вот если расслабиться и порассуждать, а кто такие конкуренты? Это такие же предприниматели, как вы, которые решили выйти на тот же самый рынок, что и вы, и на самом деле цели у вас общие. То есть и они работают для того, чтобы рынок этот развивался, чтобы клиенты были довольны, чтобы клиенты, допустим, привыкали к той или иной штуке. Например, опять же, не было вот доставки еды, и вы вместе создаете этот рынок. Вы вместе, вот как мы любим формулировать, освобождаем женщин от кухонного рабства. В Казахстане 86% женщин не хотят готовить. 86% женщин не хотят готовить. Мы хотим сказать, что это не обязательно. То есть готовьте, когда вы хотите готовить, не готовьте, когда вы хотите. То есть это ваш должен быть выбор, да, а не то, что так кто-то сказал или там вы вынуждены и так далее. И прикольно, что все вот конкуренты, которые сейчас есть, они плюс-минус делают то же самое. То есть они создают возможность для того, чтобы вы могли экономить ваше время, экономить ваши деньги, быть свободнее. И в этом смысле вы делаете одно дело. То есть и они берут такие же риски, они делают такую же непростую работу для того, чтобы там, пользователям, партнерам было хорошо. Они создают дополнительную ценность для ресторанов, потому что если ресторан раньше работал только в зал, теперь он еще работает на вынос, ну то есть на доставку. И вот мы видим, чувствуем, что рестораны среднесрочно раза в два больше будут зарабатывать, чем они зарабатывают сегодня, как раз за счет этой возможности. Потому что люди не перестанут ходить в рестораны однозначно. Им ресторан – это лайфстайл, это образ общения, форма общения. А вот доставка – это как раз контр такой цикл в сторону покупки продуктов и готовки из них. Да? То есть вот скорее доставка – это наезд на продуктовые магазины, нежели там на, собственно, сам ресторан. Поэтому вы делаете одно дело, и им также непросто, они также стараются, также переживают. В этом смысле они точно не враги. Вот точно не враги. Да? То есть это люди, которые делают, по сути, с вами одно дело. И наша практика показывает, что наилучшая форма взаимодействия, она достигается там, где вы с ними дружите, где с конкурентами дружите. Это не какая-то коварная фраза, вот я ее периодически слышу, там, держи своего друга близко, врага еще ближе. Вот вообще ну, не в этом смысле, да, а в том, что просто если ты с коллегами дружишь, то, во-первых, у твоей команды какое-то более правильное отношение к ним вырабатывается, да. Вы понимаете, что дело не в том, что их не станет, а дело в том, что вы вместе можете создать. Вот это не игра с нулевой суммой точно, что я у тебя забрал, и там у меня стало больше, а у тебя ничего. Да? То есть вместе вы можете сделать больше. Я хочу обратить внимание, это вот второй пункт, да, чтобы рынок был успешен, на самом деле важен успех всех его игроков. То есть если посмотрите внимательно на любой рынок, вот, например, возьмем тот же самый Groupon. У Groupon на глобальном уровне в какой-то момент начались проблемы. То есть они стали показывать плохую отчетность. Это нереально повлияло на всех игроков этого рынка, на всех без исключения. То есть как только, если вы работаете на каком-то рынке, ну представьте, не знаю, любой рынок, и кто-то из ваших конкурентов, допустим, дефолтнулся, не выплатил какие-то обязательства, не выполнил какие-то обязательства. Я уверяю, это будет огромный удар по вам. Вроде они закрылись, вроде вам легче, но теперь ко всем к вам, ко всем другим игрокам
все контрагенты будут относиться с двойным подозрением. А вдруг эти тоже дефолтнут, а вдруг они тоже не заплатят и так далее. Да? То есть это вот, ну, большой минус. Поэтому гораздо важнее, чтобы у рынка в целом было такое вот позитивное восприятие, был рост, кайф, и вы должны этому способствовать. Наша практика также показывает, что когда вы дружите с конкурентами, вы можете легко решать какие-то вопросы, какие-то спорные моменты, если они возникнут. Всегда можешь набрать и по-человечески поговорить. Слушай, здесь там твой сотрудник, вот, допустим, что-то говорит вот такое, ну давай так не будем. И решится вопрос. Вот 99% случаев на раз-два решится. Если отношений нет или они плохие, вы даже не сможете набрать. Если наберете, ну вас там пошлют. Поэтому вот это, я тоже думаю, что один из таких важных поинтов, что почему нужно с конкурентами дружить. Ну и еще хочу сказать, да, это не значит, что и на них не надо давить, да, здесь есть тоже эта фраза, да, безусловно, это файт, это соревнование, так же, как вы выбежали на беговую дорожку, бежите, понятно, вы хотите обыграть, вы хотите быть номером один, конечно, надо оказывать давление, да. Но еще хочу сказать, что когда у вас классные отношения с коллегами, то вам очень легко делать среднесрочные какие-то сделки. То есть на каком-то этапе, вот когда конкуренция, кстати, доставляет удовольствие, когда у тебя прям сплошной кайф, когда рынок растет. Вот опять же вернемся на рынок доставки еды. Это рынок, который по прогнозам вырастет примерно в 50-100 раз. То есть сегодня все игроки этого рынка – это 1-2% будущего рынка. То есть вообще, поэтому никто никому не мешает. Все круто растут, и на самом деле, чем больше конкуренции, тем быстрее игроки растут. Но представим, что рынок вырос там в 30 раз, в 40 раз, и уже его темп просто будет не такой большой. Вот на этом этапе вы начнете друг другу мешать. И с точки зрения компании, по-хорошему, да, в целом все компании стремятся к монополизации. Почему они стремятся к монополизации, к тому, чтобы вот быть там одной какой-то большой? Потому что с точки зрения вот просто теории считается, что на рынке есть какие-то излишки. Всегда на каком-то рынке есть какие-то излишки. И вопрос, кто эти излишки получит. Если идет большая конкуренция в этой области за кадры, то будет очень сильно расти зарплаты, и эти излишки уйдут сотрудникам. Если будет невероятная конкуренция, алый океан, то, скорее всего, эти излишки уйдут вашим клиентам, ну, то есть они будут очень дешево покупать ваши услуги, а вы будете страдать, скорее всего, работать в убыток, может быть, все вместе. Есть эталонный случай, я очень советую прочитать про этот кейс, очень глупо, смешной, да, это история про кириешки и три корочки. Две компании, очень сильными брендами, очень прибыльная отрасль, они запустились, были очень успешны, в какой-то момент они стали друг с другом биться. И они бились настолько мощно, что в конечном счете они обе почти разорились. Их купил третий игрок за 5 копеек. Вот реально за 5 копеек. И такой, yes, да, все, конкуренции нет, маржа супер и так далее. Почитайте, очень смешной и такой интересный, поучительный кейс. Да? Я уверен, что если бы у них было достаточно понимания того, что можно встретиться, попить чай и зачем это делать. Вот это то, что, кстати, у нас в Казахстане произошло, когда Choco Travel обнялся с Aviate. Вот один в один такие же рассуждения, что рынок уже не так быстро растет, и вместе мы можем больше, чем мы могли бы порознь. И я вот с точки зрения цифр могу вот примерно сказать, вот мы объединились, мы передоговорились об условиях с авиакомпаниями и так далее. И с точки зрения объемной компании, буквально через, наверное, 2-3 месяца мы стали зарабатывать примерно в 10 раз больше прибыли, в 10 раз больше прибыли, чем зарабатывали до этого. Очень быстро. То есть это был идеальный кейс для всех сторон. Почему в 10 раз? Потому что, получается, мы работали на очень маленькой прибыли, на очень маленькой. То есть вот только-только, Choco Travel был еще убыточный, Aviate была чуть-чуть прибыльна, а при объединении у нас образовался огромный скачок в прибыли, сразу же огромный. Вот. И это вот как раз-таки классный кейс, да, что так можно. Если у вас отношения классные, если у вашей команды отношения друг к другу не как к врагам, знаете, есть вот такие вот ребята, которые... Я, опять же, у всех разный способ конкурировать. Я не говорю, что наш единственный верный. Я вижу, что часть команд, наоборот, создает образ врага из конкурента, типа их надо уничтожить, даже здороваться с ними нельзя и так далее. Там такой супер агрессив стайл, да. Но мне кажется, что если вы будете так команду настраивать,
то вероятность вашего соединения, объединения, оно стремится к нулю на каком-то этапе. А опять же, компании стремятся к монополизации. На каком-то этапе в объединении нет смысла, когда все растут, когда все круто, зачем? Это не надо. Здесь, наоборот, вы, объединившись, можете себе испортить, потому что уровень конкуренции уйдет раньше времени, и вы получите то, что мы в Чокофуде получили, когда на неконкурентном рынке мы росли медленнее, чем с конкуренцией. Да? Так делать не надо. Но когда рынок уже так быстро не растет, то самый идеальный период – это объединяться. Самый идеальный, что вам делать, это консолидироваться, объединяться, потому что это дает дополнительные синергии, снижает уровень конкуренции, позволяет лучше зарабатывать. Вот, поэтому вот. Ну и последнее я уже сказал. Победа или поражение – результат не конечный. Смотрите в долгую. Смотрите на… Если что-то не получается, не повод… Нет, повод переживать, но не повод сдаваться. Можно сесть, посмотреть, что вы делаете не так, переосмыслить и идти вперед. У нас вот прям куча таких кейсов. Можно сказать, я бы даже так сказал. Наверное, каждый наш кейс, он про вот это, про это. И в ту, и в другую сторону. Поэтому это каждый раз я надо напоминать. Так, короны сняли, снимаем короны. Мы еще не так крутые, надо идти дальше. И наоборот, да, типа... Не ноем, собрались, да. Давайте думать, что будем менять, чтобы побеждать. А теперь поговорим про фундамент. Я думаю, в целом это вообще самый главный слайд здесь. Смотрите. Про что хочу здесь сказать. Важно понимать, общее понимание. Мы говорим про международных конкурентов. И мир сегодня он такой, что международный конкурент без всякого предупреждения может появиться на вашем рынке через месяц. Вот мы, опять же, многократно это видели. Вот ты живешь себе, у тебя стратегия какая-то, какие-то планы, что-то делать. И тут ты узнаешь, что уже оказывается какой-то международный игрок, обзванивает. А вначале ты видишь, как правило, вакансии на поиск какой-нибудь SEO на локальном рынке, где-нибудь там в HeadHunter, где-то в других сайтах. Потом ты видишь, что они уже начинают с партнерами общаться и узнаешь, что еще через там, неделю у них лонч, например. Да? То есть суммарно с момента появления первых признаков до момента полноценного запуска может пройти месяц-два. Это очень, очень короткое время для того, чтобы к такой истории подготовиться. И, собственно, это говорит о том, что готовиться нужно заранее. Если вы в последний момент начнете готовиться к международной битве, вы проиграете. Готовиться нужно заранее. К чему именно готовиться? К тому, что какая бы у вас ни была отрасль, к вам обязательно придут международные конкуренты. Обязательно. И если рассуждать в долгу, если вы к этой битве будете не готовы, то вас не станет. Вы могли 10 или 20 лет успешно заниматься этим бизнесом, но если вы не подготовитесь к встрече международного конкурента, то на 21 год вы закроетесь. Может, на 22, да, не знаю, там, что здесь. То есть, получается, вся ваша работа, работа вашей команды в некотором смысле была бессмысленна. То есть, ну, что, существовали, потом померли, да. То есть, ну, есть некая такая глубокая печаль в подобном подходе. Поэтому что важно делать? Важно понимать, что они придут. И для того, чтобы встречать их с уверенностью, вы должны потянуть как минимум вот эти вот три базовые вещи. А именно что? Люди, корпоративная культура и процессы. Я сейчас поясню, как мы рассуждаем. Самое главное, это вот я уже говорил об этом, вы воюете, хоть может звучать так, что это международная компания, по факту это конкретный человек, который будет возглавлять Казахстан и который будет формировать команду здесь. И вот та команда, которая высадится, плюс та команда, которая будет саппортить в каком-нибудь там глобальном штаб-квартире какой-нибудь, это те люди, с которыми вы файтитесь. Если качество ваших людей, скиллы этих людей, да, их умения, они круче, чем такие же умения у ваших коллег, то все окей. По сути, это означает примерно следующее. Если ваши сотрудники не самые крутые в мире, у вас проблемы. Именно так. То есть недостаточно того, чтобы они были самые крутые на этой улице. То есть если вы киоск, вам в принципе достаточно быть самым крутым киоском на этой улице, потому что ну, вас будут покупать. Недостаточно быть самым крутым в городе. Недостаточно быть самым крутым даже в стране. Потому что, опять же, ну, если вы слабее, чем ребята с условного Гугла, и они придут на ваш рынок, ну все, вам конец. Очень важно задаться этим вопросом. И когда вы задаетесь этим вопросом, вы должны понимать, что у вас должны работать либо самые крутые, либо если они сейчас не такие,
то это ваша обязанность как SEO, как руководителя добиться от них того, чтобы они такими стали. Добиться того, чтобы они учились. Некоторые ребята вот считают, что они закончили хороший университет и все на этом. И они быстро достаточно быстро деградируют. Есть те люди, которые понимают, что образование мало всегда, они стараются учиться, стараться подтягиваться. Это ну, абсолютно там новая реалия. Технологии меняются очень быстро. Если ты сегодня крутой маркетолог, но Google выпустил там 3 апдейта в течение там, месяца, например, и ты их не знаешь, твои конкуренты их знают, это дает им какие-то преимущества с точки зрения экономии там, на трафике и так далее. Но вот ты уже стал проигрывать для своей компании, ты уже ведешь свою компанию не туда, как маркетолог, например. И это повсеместно, поэтому, конечно, здесь нужно быть так на краю, да, на передовом, и стараться сделать так, чтобы у тебя работали самые крутые люди. Второй момент – это мораль. Мораль – это мощнейшая вещь, просто мощнейшая вещь. Это, как правило, тот сервис, который проводят фаундеры и в целом руководители внутри компании. Потому что мораль – это множитель на скиллы. То есть вот ниже мы берем какую-то формулу условно, да, у тебя есть какие-то умения, например, там 100 единиц, но они умножаются на мораль. Если уровень этой морали, то есть что такое мораль? Это, как правило, то, какое настроение у человека. Если настроение боевое, типа сейчас соберемся всех, там порвем и так далее, мораль умножается, например, на 1.5. Ну, у тебя в 1.5 раза больше энергии, в 2 раза больше энергии. И наоборот, если у тебя есть неуверенность, страхи, если у тебя проблемы в семье, если у тебя проблемы со здоровьем, мораль может множиться на 0. Ой, в смысле, умение множится на 0, да, то есть на любую мораль. И тогда неважно, насколько ты крутой, насколько ты классный, но нет настроения, нет желания биться, и все, ты проиграешь. А это мощнейший множитель, да. И третий множитель – это процессы. Процессы, то есть даже если ты суперскилловый, допустим, какой-нибудь боец, и у тебя супер мораль, все, тебя там твои руководители поддержали, взбодрили, и тебе дали в руки автомат, и ты вышел такой с этим автоматом, но на тебя выехал танк. Ну, тебе все равно конец, да? Не поможет, да? То есть все-таки процесс – это важная часть, потому что если компания работает по кривым процессам, если этих процессов нет, против тебя вышла машина, может даже такая на расслабоне машина, но машина, она может тебе переехать. Поэтому это, знаете, как раз вот та часть, где мы понимаем, что чока не очень сильно. И знаете, когда-то мы были очень хороши в этом. Где-то в 2011, 2012, 2013 году мы много внимания этому уделяли. Потом на каком-то этапе мы ушли, возможно, в чрезмерную такую децентрализацию, возможно. И процессы стали получаться так. В каждой команде, не то что даже в каждом проекте, в каждой команде плюс-минус свои процессы одного и того же. И кто-то, да, делает это очень круто, а кто-то делает это не круто. И в итоге была такая супер неоднородность в том, что кто-то работает более эффективно, по более эффективным процессам, кто-то по менее эффективным процессам. А сейчас, когда мы стали заниматься именно процессами, не знаю, менеджмента, процессом какой-нибудь, даже не знаю, вот сейчас мы в реал-тайме работаем над идеальным процессом разработки. Это, блин, так круто, потому что раньше, я помню, у нас был период, когда разработчику для того, чтобы начать программировать, ну, там, собственно, продукт разрабатывать, у него уходило там до 2 недель, чтобы просто развернуть окружение. Потом кто-то говорит, давайте там, ну, пару дней, сделали до пару дней. Сейчас ребята говорят, а давайте постараемся сделать это за 10 минут. То есть насколько это реально сделать за 10 минут, человек пришел с нуля и вот развернул свое окружение за 10 минут. Это очень интересная вещь, потому что она ускоряет. И таких вещей внутри, там даже в процессе разработки их куча. Если у тебя процесс классный, если он продуманный, подготовлен, значимая часть автоматизирован, к чему это ведет? К тому, что твои супер классные люди с классной моралью еще очень эффективны. Очень эффективно работает. Если ты им не даешь в руки эффективный процесс, ты их можешь 2 раза замедлить, например. В 2 раза. Что такое в 2 раза замедлить? Это если у вас, например, ну, в Чоке сейчас где-то около 700 сотрудников, там 650. Замедление в 2 раза, у нас сейчас, наверное, такое замедление, означает, что у нас работает сейчас, значит, 350 сотрудников, но мы платим за 700. Понимаете, да? Мы супер в этом смысле неэффективны. То есть какая-то процессная вещь в 2 раза делает тебя дороже, неэффективнее и так далее. Проблемная вещь. То есть над этим точно надо работать. И внизу я вот специально предложил там формулу. Представим, что у тебя люди
изначально, они в два раза слабее, чем твои международные коллеги. В два раза слабее с точки зрения скиллов. Представим, да? Представим, что процессы твои на 20% хуже, чем у твоих коллег. На 20% хуже. Но даже несмотря на, казалось бы, отсутствие шансов победить, есть вот этот третий ингредиент, это моральный дух, это ваша корпоративная культура, это вера в победу, которая, если будет множиться на полтора, в то время как у ваших коллег, они будут чуть шапкозакидательски заходить на рынок, типа, да ладно, там нормально, все, сейчас всех победим, и у них будет множитель 0,5, то есть они немножко на расслабоне, то с точки зрения чистой математики вы все равно победите. Да, то есть вы все равно победите. У вас total количество поинтов будет 60, у коллег 50. Вы победите. То есть вот этот фактор, им в некотором смысле проще всего управлять. Потому что ну, это нужно просто вот чувствовать людей и общаться с ними. Это количество коммуникации. Скиллы дольше прокачиваются на самом деле. Процессы в целом дольше выстраиваются. Но даже на этом факторе можно хорошо выигрывать. И я думаю, что мы как раз с Чоко очень хорошо этот фактор в целом эксплуатируем. Это одна из тех вещей, которые у нас действительно неплохо получаются. Впрочем, это не значит, что мы должны быть… Я думаю, что, кстати, качество людей у нас тоже очень хорошее. То есть вот первый скилл у нас прям хороший. Процессы у нас были слабые исторически. Но в целом, если думать прямо на уровне фундамента, то вот эти три вещи, они отражают… Можно сказать, в конечном счете, то, насколько продуктивна будет ваша команда. И дальше, если говорить про продуктивность, представьте, вот вопрос всем, да, представьте, что вы продуктивны, например, настолько, что можете расти в два раза, 2x. Ваши коллеги продуктивны настолько, что могут расти, например, на 5% в год. Вы в два раза, они на 5%. А стартово они в 1000 раз больше, чем вы. В 1000 раз. Это задачка, можете записать где-то, потому что сейчас нужен будет от вас ответ. Так вот вопрос, да, они в 1000 раз больше, чем вы на старте, но вы растете в 2 раза, а они на 5%. Вопрос, через сколько лет вы их обгоните? Кто решит задачу? Вы растете в 2 раза, а они на 5%. Сколько... Через сколько лет вы их обгоните? Через 10 лет какой будет ваш размер, если он, скажем, в базе равен 1, но вы растете в 2 раза? За 1024, верно. То есть за 10 лет вы вырастете в 1000 раз за 10 лет. А они со своими 5% за 10 лет на сколько вырастут? Ну, там побольше, да, чуть-чуть, да, там сложный же процент. Но, короче говоря, на 10-й год вы будете плюс-минус, как они. Плюс-минус. Ну, на 11-й вы будете больше, чем они. На 12-й вы будете в 2 раза больше, чем они. На 13-й вы будете в 4 раза больше, чем они, да. Практически в 4 раза, условно, да. То есть, грубо говоря, несмотря на колоссальную разницу в размерах, вот просто колоссальную разницу в размерах на старте, вы можете стать больше, чем они спустя какой-то период. У нас есть внутренний челлендж, о нем мало кто знает, но он прикольный. Внутренний челлендж Чоко, он в чем заключается? Когда мы создавались, есть компания, которая, собственно, является ну, бенчмарком на рынке, кто основал эту бизнес-модель. Это компания Groupon. Но если смотреть на Groupon, у них есть серьезные траблы в управлении. Они вот не очень эффективны в целом. И сегодня Groupon стоит в районе там, 700 миллионов, где-то около миллиарда долларов. Вот нам очень интересно, на какой период Чоко их обгонит по капитализации. Это произойдет однозначно, я уверен. Потому что с точки зрения того, как они управляются, там уже нет предпринимателя, там уже чисто такая менеджерская компания, куча там распределенных акционеров. То есть у них точно не хватит духа там круто расти. Я в этом смысле в них... сам не верю. Но мне интересно, через какой период мы их обгоним, потому что это очень прикольный кейс. То есть наших российских коллег мы обогнали где-то лет через 6, хотя они были в 100 раз больше, чем мы, а эти в 1000 раз больше, чем, ну, даже, наверное, не в 1000, я не знаю, насколько они больше. Ну, короче, гораздо больше, чем мы. Это американский игрок, международный даже игрок, у него много стран. Мне интересно, через какой период мы, даже не выходя в другие страны, то есть на уровне Казахстана, сколько, через какой период мы их обгоним. Это очень для нас такой интересный внутренний челлендж. Но об этом надо помнить, что на самом деле, если у вас есть вот эти три вещи, я хотел бы еще обратить внимание, что они все закладываются буквально у основания компании. Вот когда вы компанию создали, уже в этот момент, прям в эту самую секунду вы не должны набирать слабаков.
Прямо в эту самую секунду. Прямо в эту самую секунду вы должны требовать от всей команды роста. Вот самый первый сотрудник пришел, вы должны требовать: чувак, ты должен быть лучшим в мире. Если ты не будешь лучшим в мире, мы из-за тебя проиграем. Прямо в эту самую секунду по-хорошему вы должны закладывать основы корпоративной культуры, чтобы уровень вот этой морали ваших ребят он был выше единиц. И в эту самую секунду вы должны думать, а у вас пока еще маленькая компания, мало процессов, но эти процессы, к ним надо критично относиться, вот к каждому процессу. Если это вы типа строите продажи, то это процесс найма сотрудника, даже процесс того, как ты ему звонишь, зовешь его на работу, процесс найма, отбора, обучения, адаптации селзов, контроль там за их работу. То есть это все процессики, 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 которые должны очень круто и эффективно работать. То есть лучше не торопиться, не бежать слишком быстро куда-то дальше там, за какими-то цифрами, но если вы заложите вот эту очень качественную основу, то потом у вас будет очень хороший быстрый рост. И наоборот, если вы фундаментально заложите слабые цифры, у вас будет не 50 сотрудников, а 100, но, блин, они работают на самом деле как 50, потому что процессы хреновые. Да? Это вот важно понимать. Мы это прямо сейчас очень хорошо чувствуем. И знаете, что интересно? Когда вот у нас получается 10 проектов Чока, и мы видим разницу в том, как они перформят в зависимости как раз от этих ингредиентов. Там, где команда сильная и классная, там вообще все круто летит. Там, где они заморочились и построили классные процессы, все круто идет. И наоборот, там, где сделано все изначально не очень качественно, но люди побежали куда-то, типа цифры хотим, рынок, куча заведений, партнеров и так далее, там все криво, косо, некачественно, и, там еле держится и так далее. Вот, поэтому вот здесь я сейчас абсолютно уверен, не надо никуда торопиться, лучше потратить какой-то период для укрепления вот этого фундамента, но потом бежать быстро. Вопрос, сколько у меня времени осталось? Сейчас я посмотрю. Да, минут 10, да? Хорошо. Тогда буду ускоряться. Но в целом вот, я бы сказал, что если обобщать опыт Чока и говорить про какие-то вот фундаментальные вещи, уже, в принципе, на текущий период я сказал почти все. Да? Но идем дальше. Что побеждает в короткую, когда у вас, собственно, идет файт с конкурентом? Здесь, кстати, не так важно, международный конкурент, локальный конкурент. Побеждают отношения. То есть если вы построили с вашими поставщиками, с вашими контрагентами, клиентами классные отношения, то вам будет легко обороняться. Потому что в короткую, да, потому что вы сможете сказать, да ладно, поддержи меня, даже этой фразы достаточно, если отношения классные, и к ним придет коллега, он может что-то, конкурент, он может предложить что-то лучше, но у многих ваших партнеров в этот момент реакция будет такая: слушай, он пришел, он хочет делать то, что ты делаешь, слушай, давай я тебе помогу, ты приди послушай, как они разговаривают, что они предлагают. Вот, то есть у него будет желание вам помочь в этот момент. Даже если он будет понимать, что конкурент чем-то сильнее, у него все равно будет желание вам помочь, искреннее желание. И он будет готов вас поддержать. Но эта штука работает недолго. Она работает, но она работает недолго. Это только какая-то такая предзащита для того, чтобы у вас было время скорректироваться, исправить, подтянуться. Если в этот момент вы покажете, что вы действительно подтягиваетесь, у вас может быть, скажем так, это вот до года, да, до года вот эта штука будет работать. Если через год вы будете фундаментально слабее ваших конкурентов, эта штука уже не поможет. Но с другой стороны, даже год это много, потому что если вы достаточно, у вас хорошие процессы, люди и вот моральный дух, в принципе, года будет достаточно, чтобы перестроиться. Это хорошая защита, очень хорошая защита. И здесь важно, что эти отношения, их нужно строить заранее. В конечном счете, есть мнение про компании, что они типа такие рациональные, они нерациональные. За каждой компанией везде стоят люди, везде стоят люди. И я вижу сам зачастую, как просто эмоциональная привязанность людей к другим людям, она финализирует какое-то решение. То есть иногда что-то даже… Это не всегда хорошо, это иногда плохо. То есть с точки зрения… Да, вопрос-ответ, да? С точки зрения там, твоей компании это может быть и не всегда хорошо, но так работает, это факт. То есть люди принимают решения, поэтому вот эта штука важна. Но в долгую всегда побеждает продукт. Вот всегда, без исключения. Если ваш продукт круче,
в конечном счете эффективнее, полезнее, он победит. Если вы этого не сделаете, вы проиграете. Вы можете год на отношениях держаться, два, три, может даже три, да. В конечном счете вы все равно проиграете. Поэтому вам нужно дать как-то максимальную, желательно зачастую оцифрованную ценность для клиента, оцифрованная для рациональных людей. Но эмоциональная тоже никуда не уходит. Эмоциональная ценность тоже должна быть однозначна, чтобы человек от души хотел вас поддерживать. Не только потому, что вы эффективнее, дешевле, полезнее, да, а вот эта вот душевность, она тоже должна быть. Поэтому долго побеждает именно продукт. Ну да, и скорость, цепкость. Я буду заканчивать, у меня буквально минуту, и перейдем к вопросам. Да. Вывод, наверное, короткий. Вот самое главное – это вера в победу. Это очень важно. Если вы изначально увидели конкурента, его испугались настолько, что такое, ой, по-моему, нам не надо даже с ними стараться там конкурировать. Во-первых, это, честно говоря, путь никуда, потому что чем бы вы ни занимались, везде будут появляться конкуренты. И более того, я повторюсь, везде будут появляться международные конкуренты. Если вы будете бегать от одного рынка к другому, вы вообще ничего не достигнете. Поэтому скорее вам нужно, на мой взгляд, быстрее ввязаться в драку, упереться и вот научиться побеждать сильных конкурентов или выживать. Не обязательно всегда прям побеждать. Может быть, вы окей с тем, что у вас будет хорошая доля рынка, вы будете качественно прибыльной компанией, будете какой-то сегмент обслуживать, но там вы будете лидером, там будете суперчемпионом в этом сегменте. Приготовьтесь воевать долго, да, однозначно. Вот, и это очень важное психологическое давление на коллег. Если вы, он понимает, что, слушай, да, пришел, ты молодец, но ты готов с ним 10, 20, 30 лет воевать, и все время будешь его подгрызать, у него желание с тобой дружить будет сильно больше. Потому что никто не любит маленьких сумасшедших собак, например, да, никто их не любит, да. Они вроде маленькие, но, блин, они вот что-то бросаются, кусают там и так далее. Что с ними делать? Их иногда больше боишься, чем какую-нибудь здоровую, разумную, спокойную собаку, да. Поэтому, вот, да, команде нельзя проигрывать, если видите, что идет упадок настроения, то, как правило, этот упадок настроения – это плохая работа лидера, как правило. Да? То есть если лидер сдается, то и команда начинает сдаваться. Если видите такую ситуацию, меняйте лидера однозначно. Однозначно. Вот, наверное, все. Всем рахмет. Да. Спасибо. Я готов на вопросы ответить. Спасибо большое, Рамиль. Это было очень, очень интересно и, самое главное, очень полезно. Я вижу, что мы могли бы слушать это и до вечера, но сейчас у нас есть определенная программа, и мы перейдем к Q&A session. Вопросы, ответы. Вы можете поднять свои руки, к вам подойдет волонтер. Пожалуйста, представьтесь и можете задать вопрос. Первый вопрос здесь, пожалуйста, микрофон. Спасибо. Без маски дышать легче стало. Здравствуйте, меня зовут Нурмухамад Туркпаев, АУТСА, 4-й курс факультета управления бизнесом. И спасибо за ваше выступление. У меня такой вопрос. Вот вы сказали, что в бизнесе самое важное – это продукт, но я думаю, есть еще один фактор – это бренд-имидж, название бренда именно. Вот я скоро запускаю свой стартап, и мне это очень сложно именно придумать название для бизнеса. Mm-hmm. Вот какие советы вы можете дать для начинающих? И по поводу вашего бренда Choco, какой там посыл, была ли там предыстория, да? Да? Какие советы можете дать? Вы знаете, моя практика показывает, что это, вернее как, наличие бренда – это важно, но вот конкретно название вообще не важно. Есть совершенно какие-то crazy названия, например, Groupon. Что за мерзкое название? Groupon. Мне никогда не нравилось, честно говоря, Groupon. Что за Groupon? Вообще некрасиво звучит, да? Да, или, например, есть какой-то бренд Хабра-Хабр. Кто вообще придумал? Это логотип еще, посмотрите, Хабра-Хабра. Что за Хабра-Хабр? То есть некая непонятная хрень изначально, да? Но дело не в этом. Дело в том, что если за этим брендом стоит крутой продукт, который вызывает как раз эмоции, дает хорошую пользу, то люди влюбятся в него. И спустя какой-то период они не будут замечать даже название, они будут любить название, они будут кайфовать от него. Поэтому вот я бы сказал все-таки так, что вначале продукт, а за продуктом следует какая-то любовь к бренду. Вот мне это кажется искренне, да? Потому что, в принципе, бренд – это и есть обещание какого-то, наверное, продукта, какого-то отношения к себе. И люди именно вот не сильно… Нет, конечно, хорошее название – это круто. Если у нас там короткое, емкое, яркое, это круто. При прочих равных это вам поможет. Но в целом это не самое главное. В целом.
Спасибо. Мое мнение. Спасибо. Спасибо большое. Да, я вижу все вопросы, но давайте не будем забывать, что у нас есть Алматы, у нас есть Душанбе, и здесь подняли руку вопрос с Алматы. Пожалуйста, можете озвучить. Ну, 21 век. Да, Алматы, ваш вопрос. Да, Карим Хлам, начальник отдела управления проектами в одном из стартапов. У меня вопрос. Учитывая, что у вас в холдинге почти десяток сервисов и, соответственно, большая база данных, как вы используете эту базу данных для создания синергии для менее успешных сервисов? Супер вопрос. Сейчас используем плохо. То есть в целом это... Я считаю, наше там большое упущение с точки зрения стратегии в первую очередь, что мы так поздно стали стараться от этого бенефитить. Данных действительно достаточно много. Мы вот на уровне теории придумали кучу разных прикольных связок вот того, как эта штука может работать на уровне данных. Вот прям много таких классных вещей. Условно, простой пример. Ты пошел в какой-то ресторан, оплатил Рахметом, к примеру, да? Мы знаем, что ты юзер, который никогда у нас не заказывал чокофуд. Но мы знаем, что вот в эти рестораны ты ходишь. Приложить тебе доставку из этого же самого ресторана с дисконтом 30% для нас это легко. Потому что давая тебе дисконт 30%, мы условно потратим на тебя 1500 тенге, например, да? Ну, вот на твое привлечение. При этом на рынке мы покупаем юзера, например, за 5. То есть нам гораздо дешевле будет дать тебе какой-то бенефит, чем платить Гуглу, Яндексу 5000 за то, чтобы тебя же заквизитить. То есть тебе круче гораздо, потому что там ты ничего не получишь, здесь ты получишь минус 1.5, мы потратим в 3 раза дешевле. И, конечно, это вот такой простой, супер там логичный кейс. Мы такие кучу придумали. Вот сейчас мы находимся на этапе, когда данные мы уже собираем все в одном месте, а вот эти перетоки мы только-только готовимся запускать. Поэтому в целом я бы так сказал, это... Наше упущение, что мы поздно к этому пришли. Сейчас мы, наверное, с каждым разом все лучше осознаем ценность этой штуки. Я бы даже так сказал, невероятную ценность этой штуки. Но интересно, что с каждым месяцем ценность открывается в новых красках. То есть ты такой, вау, и так еще можно делать. Вау, еще вот так. Поэтому кто сейчас не бенефитит от данных, я крайне советую общаться с теми людьми, кто от них уже бенефитит. Потому что они вам дадут прям кучу наводок, как это с этим можно работать на физическом уровне. И вы офигеете. Да? То есть это действительно новый такой вид конкуренции, я бы сказал. Да? Вот работа с данными – это новый вид конкуренции. Спасибо. Следующий вопрос из Душанбе. Душанбе, мы вас слушаем, вы на связи. Слышно, да? Здравствуйте, я Саид Кимаев, 2014. Вот я цитирую вас. Душевность – это должна быть. Вот какой пример душевности вы можете сказать нам или вот вашей компании, ваших продуктах, так сказать? Вот смотрите, у нас, например, недавно мы делали опрос, наш первый сервис ChocoLifeMe, он очень душевный сервис. Вот кто когда-нибудь пользовался сервисом или просил возврат, ну, не знаю, все, наверное, там, все подмечали, насколько круто работает служба заботы, насколько душевно она относится к пользователям, насколько она круто решает проблемы клиентов. У нас, знаете, мы делаем вот опрос NPS, и ChocoLifeMe – это самый высокий NPS, самый. То есть там NPS он зашкаливает типа 91-92%. Это крайне редко вообще в мире, так очень редко случается, чтобы NPS был там, ну, даже выше 50, да, это редко бывает. Но там 90, причем там NPS 90 даже у людей, которые сделали возврат купона, потому что, то есть им не понравилось что-то в обслуживании, они сделали возврат, но в конечном их впечатление крайне высокое. Ребята как раз работают над тем, чтобы качественно защитить клиента, чтобы решить любую его проблему. Мы сейчас сделали даже такую вещь. Раньше у нас люди должны были попросить сделать возврат, если ему что-то не понравилось, та или иная услуга. И через 10 минут, в течение 10 минут сами позвоним, сами узнаем, что не так. Если тебе что-то не понравилось, мы сами сделаем тебе возврат. То есть тебе даже просить теперь уже не надо о нем. Хотя раньше тоже просить не надо. Ну, особо не надо, вот ты должен был там формочку заполнить, сказать, ну, там, дайте вот сделать возврат. В общем, это как раз сервис, который
там очень лояльная аудитория. Вот Chocolife очень лояльная аудитория. Я когда смотрю на глобальный Groupon, я вообще не понимаю, что они тупят. Потому что это классный бизнес, очень классный бизнес. Когда вы что-то продаете со скидкой 50-90%, очевидно, вас очень любят по умолчанию. Потому что у вас лучшая цена в стране на что-то. Прям по умолчанию вас любят. Но почему у Groupon не получается хорошо, я до конца не знаю. У нас есть мысль, может, купить Groupon и выйти. Серьезно, серьезно. Мы думаем, что на каком-то не час, может быть, пройдет 3-5 лет, например, да, мы подрастем. У нас будет достаточно ресурсов, если они также будут на месте стоять. И это прикольный выход на американский рынок. И мы, блин, знаем, что с этим делать. Потому что такой же бизнес, как что у них, что у нас, то же самое на самом деле. Но у нас это хорошо получается, у них плохо получается. Поэтому почему бы нет? Спасибо. Да, пожалуйста, ваш вопрос. Еще пример душевности могу сказать. Сервис рядом. Вот, кстати, последний кейс могу вам рассказать. Очень крутой кейс. Короче, сервис рядом – это доставка продуктов за 10-15 минут. Тут, получается, мы обзванивали людей, которые перестали у нас покупать. Мы обзваниваем их, дозваниваемся до одной из девушек, которая у нас уже там неделю ничего не покупала, до этого очень часто что-то покупала. Мы у нее спрашиваем: «Здравствуйте, а что случилось, почему перестали покупать?» Она говорит: «Да нет, все отлично, я просто в роддоме сейчас». Поэтому так я типа не парься, все будет. Наши ребята узнали адрес роддома, ну, где она лежит, и отправили ей подарок. Очень классный, там всякий вкусный круассан, у нас есть самые вкусные круассаны города, Дэнди, там еще, ну, короче, такой небольшой сет, мини-подарок отправили. И вот, и внимание, да, то есть понятно, что мы знали, что ей понравится, это понятно, да, но мы точно не ожидали, что она пойдет писать в чат своих жильцов. У нас есть чаты жильцов, и мы там с ними тоже... И она нам писала такой отзыв, что у нас там приток юзеров в этом доме был такой сразу же резкий приток юзеров конкретно в этом доме, где вот жильцы обитают. Это пример душевности, пример такого, ну, как бы простого отношения. Нам этот сет посылок стоил, ну, копейку, по сути, копейки, да, для человека приятно. И еще, как оказалось, мы от этого забенефитили, да, потому что там новые юзеры с этого дома пришли и стали нас покупать. Примерно так. И еще, как оказалось, мы от этого забенефитили, да, потому что там новые юзеры с этого дома пришли и стали нас покупать. Примерно так. Спасибо большое. Вопросов очень много. Вот, пожалуйста, буквально последний вопрос. Микрофон можно, пожалуйста, сюда? Здравствуйте, Рамиль. Меня зовут Адель, Васинка, УЦА 2016 года. Спасибо за крутую информацию, крутую, дорогую презентацию. Очень зацепил вопрос, момент с формой прибыли. Я знаю, что ваша компания более уже 650, да, сотрудников. Интересно узнать, как вы сохраняете уровень морали на высоком уровне, несмотря на то, что в каждой продуктовой команде, да, в своей структуре, и какие инструменты контроля качества процессов вы используете. Потому что это релевантно не только в компании, но и в каждой организации. Здесь вот представлены и предприниматели, и сотрудники, ну, как бы наемные, да, и другие международные организации. Спасибо. Да. С последнего начну, потому что там гораздо проще ответ. Чтобы у вас круто работали процессы, самое главное их оцифровать. Это самое главное. Потому что, причем в деталях оцифровать, я вам пример приведу. Например, есть процесс доставки в случае Чокофуда и в случае с рядом. Вот есть две огромные разницы в том, как команды в текущий период работают с этим процессом. У команды рядом оцифрована каждая деталька этого процесса. Например, мы знаем, сколько времени, сколько секунд потребовалось с момента, когда человек сделал заказ, до момента, когда его стали собирать. Мы знаем, сколько секунд его собирали. Мы знаем, сколько единиц там было и какое количество секунд на каждую единицу товара по сборке пришлось. Мы знаем, сколько времени ушло на передачу курьеру. Мы знаем, сколько курьер ехал, какое расстояние, какое время на расстояние. Мы знаем, сколько времени у него ушло передать заказ клиенту, ну, то есть в момент, когда он подъехал, подняться, передать, да. Мы знаем, сколько времени ушло вернуться назад. Мы знаем, сколько курьеров было в этот момент. Мы знаем, сколько заказов они делают в час, кто эти люди и так далее, да. То есть ты видишь очень много детальной информации, и когда процесс оцифрован таким образом, то там даже думать не надо. То есть, когда ты говоришь в целом, скорость плохая, это очень общая фраза, и ты без оцифровки деталей, ты не поймешь, а почему она плохая.
что именно плохо? Мы долго собирали, долго передавали, или он медленно ехал? Кто виноват, собственно, чего делать и чем управлять? Если у тебя нет детальной оцифровки процесса, это очень тяжело сделать. Вот в Фуде у нас как раз другая ситуация. У нас там оцифровано гораздо меньше количество стадий вот этих, да? И поэтому нам вот мы сейчас только начинаем эту штуку делать для того, чтобы качественно управлять этой метрикой. А вот здесь вообще все супер просто. Я вообще вам советую почитать. Есть хорошая книга «Alibaba и умный бизнес будущего». Как оцифровка бизнес-процессов поменяла взгляд на стратегию. Вот почитайте, очень качественная книга, мне кажется, в 21 веке всем ее стоит почитать, очень мощно. Вот. Что касается вопроса про корп-культуру, то здесь получается, что все идет, конечно, от фаундеров, и эта идеология, она транслируется фаундерам, но она должна делаться тоже по неким процедурам. Это я бы тоже сказал, что это некая форма процесса. Для того, чтобы она качественно доходила, у тебя должно быть достаточное количество коммуникации с командой. У тебя должно быть постоянная обратная связь, опрос, а люди вообще поняли это или не поняли. Например, меня вот вы... Я думаю, что у нас с этим все неплохо, но когда мы опрашиваем сотрудников и спрашиваем, а знаете ли вы наши ценности, миссию, а вы знаете ли стратегию организации? Вот мы каждый месяц об этом говорим, каждый месяц на общих собраниях мы об этом говорим. 30% регулярно не знают. Вот не знают. То есть они изучают это на старте, когда в компанию заходят. То есть вроде у тебя есть много мероприятий, где они должны бы это знать. Но каждый раз, когда мы опрашиваем, 30-20% отвечают, не знаю я, куда компания идет. Это говорит о том, что и у нас это все еще недостаточно. Но для интереса проведите в своих компаниях. Какой процент людей знает или не знает у нас, ой, у вас, в вашей компании, куда что движется и идет. И зачем, да, все, это, вся эта история. Но вот здесь я тоже обращу внимание, что это, безусловно, некий сет мероприятий, которые нужно проводить с сотрудниками, общаться. Ты как фаундер общаешься. У нас есть разные форматы. Завтрак с новичками. Все новички, отдельно с ними знакомимся, отдельно общаемся. Есть регулярное мероприятие раз в месяц, Чокофест, который называется, где вся команда, весь холдинг собирается вместе, сейчас это онлайн, и мы общаемся. Есть мероприятия, там ежемесячные планерки у каждой команды, где они каждый раз повторяют стратегию. Ну, то есть, в общем-то, есть некие встроенные мероприятия, в которых те или иные вещи транслируются. Но, повторюсь, все еще недостаточно. У нас все еще недостаточно. Я не знаю, как это, честно, я вот недопонимаю, меня это бесит прям по-настоящему, но понимаю, что сам виноват. То есть бесит, как мы постоянно об этом говорим. Почему вы говорите, что вы не знаете, куда мы идем? Но при этом понимаю, ну значит, недостаточно, значит, надо еще больше. Кстати, классно сказала. Да, да. Это классно сказала. Спасибо, да. Спасибо большое. Еще раз давайте похлопаем нашему первому спикеру. Спасибо. Самин Ребята, Бухаляпов. Еще раз. Спасибо большое. My pleasure общаться с вами, такими умными, классными ребятами. Спасибо, хорошего дня. Если вдруг у кого-то не получилось или не успели задать вопрос, я прошу прощения на самом деле. Вы сможете задать вопрос во время обеда или во время кофе-брейка, но мы вынуждены двигаться дальше. Сейчас я попрошу вас всех встать, потому что мы очень долго посидели.